Ребят, срочное включение. Я встретила Люську. Знаете, как веду прямой репортаж с места события. Но что поделать, я ее только вот поймала, застукала, можно так сказать, нашла в сети, потому что она не заходила очень долгое время. И я уже подумала, просто все, это конец. Мне часто на улице попадалось много фейков Люськи, но вот сама настоящая Люська, она не заходила в сеть. Я прям вот контролировала эту ситуацию каждый день. Ее искала, заходила в разное время. Моя-то потеряшка, давайте спросим, почему, Люся, почему ты не заходила в сеть? Ребят, я очень счастлива, мне так с ней весело, проводите время, она не заходит в игру. Вы видите, у меня даже ник Манго, то есть я снимала недавно видео, проверку отношений на верность. Даже ник еще не успела поменять, а все потому, что Люськи до этого времени у меня не было. То есть мы не играли с ней вместе, с Филиппом я общалась, да, но там было просто привет, привет. Такого интересненького пока ничего не происходило. Ты кто? Что это? Ты кто? Люська меня не узнала. Люська, это я, Люся. Блин, у меня ник Манго. Вот подстава. Давайте напишем, что это я Джозефина, твоя мама. Ребят, это просто... Люська меня не узнала. Ну ладно, ник, но у меня же уровень, комфорт, имидж. Ну ладно, у меня еще квартира, если что, я квартиру ей могу показать и доказать, что это я. Давайте вообще ник сначала изменим, вернем свой ник Джозефина. Все, Люська, это я, твоя мама. Мама пришла, Люся, идем домой. Врушка-пердушка. Я просто ник меняла. Когда твоя свадьба? Люська все еще не вышла замуж, получается. Ну, конечно, если она не заходит в игру, мне кажется. И мальчик тоже ее потеряет. Муж не заходит. Не моя ты. Не предупреждал. Куда муж-то пропал? Люсь, вообще-то у него еще должен быть брат-близнец для меня. Он моряк. А, ну понятно, моряк, все с ним ясно. Ушел в далекое плавание. Так, Люська присела в сумку свою. Облокотила кресло. Сейчас. Ой, ребята, вы посмотрите, какие у нее новые сапоги. Вау! Вот это, Люська, ты даешь, какие сапоги кожаные себе обабахала. Я хочу с тобой расстаться. Ладно, парни такой могут написать, но ты-то куда, Люська, ты чего меня кидаешь? Люська себе лапы отрастила, пока меня не было. Если вы поменяли ник, вы не моя мама. Она еще и не верит, что я ее мама. Но комната ее у меня сохранилась. То есть двухэтажную кровать она точно не могла забыть. Монстр превращается. О, да-да, тогда вы ее знали. Откуда, дура? Я и есть твоя мама. Даже комната есть. Уж комнату-то она забыть точно не могла, потому что эту двухэтажную кровать не везде можно найти. Нет толку от того, что ты мой мам. Почему? Люська, что ты такое говоришь? Девчонка-то, а? Не любишь меня, точка. Подарками не балуешь. Ой, давайте подарим ей подарок. Давайте Мишку, например. Все, Люсь, с добрым девочку. Это чудище еще то. Накинется меня своими когтями, ребят, она опасная, посмотрите на ее лапы. Люся, ты почему такие сапоги купила? Неужели не нашла что-нибудь поприличнее, что ли? Зачем такие дерзкие сапоги? Медведя моего поставила, это мило, она поставила Мишку. Ну, посмотрите, какой прикольный Мишка, получше всяких меломанов. Эх, ну старенький Мишка в ответ. Говняшка-няшка. И плачет, ребята, вы посмотрите, она сумкой лоб себе ударила. Люсь, ты совсем что ли сумкой себя избивать? Приложила еще ко лбу, как будто лед какой-то. Не плачь, Люся, Люсенька, не плачь. Уронила речку мяч. Затопишь комнату. Люсь, я жить хочу, если ты хочешь убить меня, не надо. Пожалуйста, ребята, она опасная. Вы посмотрите, она сумкой себя бьет по лицу. Мне не нравится та жесткая комната. Она слишком детская. Могу построить новую. Что ты хочешь? Нет, мы еще вертимся перед этой девочкой. Я не знаю.
ноутбук. Всего-то ноутбук, ребят, ну вообще, ноутбук она хочет. Нет смысла с ней спорить, давайте построим новую комнату. Как раз, кстати, вышло обновление, там у нас появилась комната геймера. Можно попробовать ее построить, может быть, ей понравится. Давайте купим новую комнату быстренько. 305 золота. Эта комната еще дороже той комнаты. Давайте зайдем в магазин и купим новую комнату. Ой, блин, здесь так много серебра надо. Ай, ладно, давайте менять сейчас быстренько золото на серебро. Обои, дверь, окно. Пол. Кресло, кресло идет с випом. Ну, давайте еще вип надо покупать. Так. Стол, кровать. Все, Люська бьет меня по кошельку. Люська меня бьет по кошельку. Я буду заканчивать. Надо уметь говорить нет. Почему я все соглашаюсь? Ребят, почему я соглашаюсь на эти уловки? Наверное, я просто ее люблю. Нет, вообще обновление крутое. Не думаю, что это комната для 6-летней девочки. Люська стала совсем большой. Это получается, если ей сейчас 18, то я уже постарела. Ну как так? Как быстро время летит, ребят? Ух ты, какая красивая кровать. Это такие милые подушечки, видишь, жестиков. Я такую кровать хочу себе в жизни. Мне кажется, можно найти такие подушки где-нибудь на Алиэкспрессе. Стол, вообще кресло. О, это вообще мечта, мечта геймера, наверное. Так, ну что, Люська, та-дам! Как тебе комната? Давайте включим эту технику. Аж целых 3 там монитора, да? По-моему, 3 монитора. Задним стрим будет вести, другой чат откроет, будет донаты собирать. Поинтересуемся, что ли, как тебе новая комната? Она вообще никак не отреагировала. Вы посмотрите, молчит, уселась, все, уселась. И что? Ну нет, ничего не даже не сказала, там ни вау, никак. Я вообще обалдела, наверное, от такой комнаты. Стараешься тут, норм. Норм, и все, норм. Ну ладно, хотя бы норм. Сейчас бы написала говно и вообще все, разошлись бы. Буду рубиться в GTA. Повернись ко мне лицом. Ну, если так смотреть, она лицом ко мне. Ну, хотя бы встала бы. Встала, Люська. Люська, встань, а то в угол пойдешь. Если много денег, почему не даруешь подарки? Да как так, я тебе Мишку подарила? Или тебе надо все деньги спустить на меломанов? Говняшку того. Спас. Все, Люсь, ты наказана. Иди-ка ты в угол, дура слепая. Старые в очках теперь. Да это, блин, декоративные очки. Моя мама была моложе. Да я и есть твоя мама. А моя дочь не была такой наглой. Хотя, по-моему, она сразу была у нас наглой. Все, Люська встала к стене и стой. Стой, сделаем вид, что это угол. Неделю будешь у меня здесь без сладкого. Поняла? Поняла? У меня был 8 мам. И они сюсюкались. О, 8 мам! Но это больнее, чем когда Филипп сказал, что у него там 20 с чем-то девушек, ребят. Что Люська, что Филипп, блин, 2 сапога пара. Что у Филиппа дофига девушек, что у Люськи много мам. Многомамство какое-то. Она меня еще и пнула. Да почему? Ты чего делаешь-то? Люська вызывает тебя на поединок. Ай, давай согласимся, она меня хочет побить. Ребят, вы посмотрите, Люська приклеила подушку к сумке и избивает меня. И это все, это конец. Меня сейчас побьют или вообще убьют. Мне кажется, моему аватару пришел конец, она удушит меня подушкой. Все, меня побила дочь, вы посмотрите на ее мускулистые ноги. Эти лапы, эти когти, эта сумка. Ты монстр, слащавее. Что слащавее? Слабак. Маленькая негодница ты, а, Люська? И сестру мне жалко подарить. Да как я тебе подарю? Я ухожу в клуб. Какой клуб? Люська, тебе в клуб нельзя, тебя не пустят. Ты маленькая еще. Аривидерчи. И ушла. Все, ушла. Я даже не знаю, не буду ее искать. Пофиг, ребят. Найду себе дочь подобрее, который будет ценить то, что имеет. Двухэтажную кровать я ей купила. Сейчас
офигенную вообще комнату обустроила. Ну, конечно, это моя, считай, комната. Тем не менее, я же ради нее это все купила. Блин, вообще, что с Люськой случилось, я не понимаю. Наверное, она обиделась из-за того, что муж не зашел в сеть. Да Люська сама-то в сеть не заходила сколько дней, я еле-еле ее в сети доставила. И вот честно, лучше бы не находила. Какой-то монстр, Люська совсем за время своего отсутствия в игре отрастила лапы. Ей надо просто закрыться в комнату, потому что она становится монстром. И, ребят, она очень опасна, не подходите к Люське, она побьет вас своими ногами, у нее лапы с когтями, ребят. Пора искать новую дочку, потому что с этой очень сложно мне стало играть, она меня обижает и вообще не идет никак на контакт. Так что всем большое спасибо за внимание, я вас всех очень сильно люблю, всем удачи, всем пока!